В здании с давней историей, которая связана с предпринимателем и меценатом Савой Мамонтовым и в котором сейчас находится Татарский культурно-просветительский центр, на период выборов работает участковая избирательная комиссия номер 2416. Здесь свой голос за одного из кандидатов в президенты России отдал председатель Совета ветеранов округа Борис Клюев. Настроение великолепное. В моей сознательной жизни это очередные выборы, тем более нашего президента. Вы знаете, за светлое будущее моих детей, внуков и народа нашей великой многонациональной страны. Чтобы удобнее было проголосовать, Марина Мельникова специально заранее прикрепилась к этому участку, где сейчас работает в участковой избирательной комиссии. Сегодня она сделала свой выбор. Проголосовала сейчас. Вот. Народ идет. Настроение у всех отличное. Сегодня еще праздник Масленица. Голосуют активно, все довольные, веселые, настроение весеннее. В общем, выборы проходят хорошо. Явка хорошая, работаем. На избирательном участке все проходит в штатном режиме. Жители микрорайона активно приходят голосовать. Кто-то берет с собой своих близких, даже совсем маленьких, чтобы с детства прививать привычку ходить на выборы. А у меня очень хорошее настроение. У меня вот будущее на руках, поэтому мы пришли голосовать. Всегда ходите голосовать? Всегда, не пропускаем ничего. Напоминаем, сегодня последний день выборов президента Российской Федерации. Проголосовать можно будет до 20:00. Евгения Коломиец, Антон Орловский, новости Большого округа.